Ну вот и пришел второй обмен душ. Здесь прям имбовые герои. Самые две имбы это, конечно же, Чер и Ариэль. Это два самых топовых героя. Они будут, по-моему, играть вообще всю жизнь. Чер просто на сломе делаешь ему слом. У него 1200 1900 по-моему, или 1700. Ну, короче, 1200-1900, по-моему, статы вообще дикие, даже, даже костюм не нужен. А рель топова тем, что у нее она чистит, она накидывает ХП и также дает разгон маны. Ну, конечно же, на втором месте я бы отдал мать Севера Сив ПСП Леди Озера. И на третье, наверное, поставил бы Лорда Локи или Пиоту вообще, конечно, топовый. А еще я бы, если бы было бы, ну, если бы все эти были ни, нижний герой, я бы взял бы Элрадира. У меня один и есть Элрадир, второй бы Элрадир под Эвелин, это вынос фланга. Но также еще Норна, клевая, клевая карта. В общем, тут куда ни тыкни, везде все клевые. Ну и Гримбл, был старенький, но он тоже клевый, иногда можно играть его. А, тут я уже, короче, раздеваю всех, я даже буду, даже буду Квинта раздевать, так сбросить, будем, буду я его продавать, буду продавать Домицию, сбросить использовать, потому что Домицию я играю только против этих э феррантов, но у меня есть, я прокачал э Сабину в костюме. Так, и у меня, конечно же, можно сдать, сдать справедливость. Но справедливость на очень быстрой войне пока для меня топ. Это пока топовая карта своей слепотой и на плече, в центре а, раздает, конечно, сильно-сильно, сильно тащит. Поэтому она для ОБ ценнее, чем те две карты. Так, давайте посмотрим, сколько я раздел. Хватает ли мне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Вот, короче, у меня Дамица, Квинт, Ричард и Елена идут э, на обмен. фул ну, как бы прокачанный, но был, был бы на Домице и Костюм, я, конечно же, бы ее не продавал. А, так бы продал бы, наверное, ну, я бы, наверное, Рафу бы сдал одного. Или Нур даже. Как бы есть. Можно Машку было бы вторую сдать. Есть герои, конечно, которые. Э, но они где-то играют иногда э, более ценные. И поэтому. Э, Машку отдавать вдруг костюм будет. Но ну, хотя видите, я, я двух отдаю Леонидосов. Двух Леонидосов отдаю. Э, не жду, конечно, что костюм пойдет. Это такая дикая удача двух балбаров. Можно было бы одного прокачать. попробовать заиграть средний один урон как бы такой себе и вишкару можно было бы его тоже оставить на ОБ вот мы воевали против новых оборон прям капец еле-еле захили... ты вообще не выхиливаешься так все у нас 20 штук их сдаем и берем череро. Некоторые тут прокачаны уже. Но я их не ломал, потому что либо труп мало, либо еще, либо еще что-то. 6 джунов. Хотел джуна качнуть одного. Второго, точнее. Но, видимо, не качну уже. Или джуна одного оставить. Блин, Джун-то клёвая карта, он и падает редко. Так, ну все, теперь мне доступны призывы. Ну-ка, а кого я могу? Да мне некого сдавать, все наигранные. Охота было бы Джуна еще одного оставить. Так больше некого сдавать. Марьяну отдать. Отдать Марьяну, оставить Джуна? Давайте подумаем. Знаете, короче, я Марьяну одну отдам. Я одну играю, а второй не играю. А Джун для меня важнее будет. Много снольфов и прочее. Так что я лучше отдам ее. А одного Джуна оставлю. Джун, тем более, у меня эмки есть на него. И Джун он все-таки ну топовый герой. Все поехали менять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Все вот так вот отдаю. Рафу хотел можно было сдать. Блин, но он все-таки герой месяца и ну, героя сложнее выловить. Загрузим лагерь. Может быть, из лагеря повалится потом и Машки, и Джины надо будет как, надо на следующий собирать, потому что даже за x10 можно сейчас уже топов выловить. Все, выбираем. Делаем обмен. Обмен. Ну все, да, да, да. Да, все, все сдаем. Все. Чьер. Да, чер! Да! Это, топовый, это самый топовый таунт. Первый чер. Первое место даю Черу. Потом отдаю крампу. Потом э, третий у нас ГМ идет новый кара. И четвертый, наверное, можно отдать э, королеве червей. Фух, все, мы качнули. Ой, качнули. Взяли чер. Будем качать и будем ломать. эмок, и варваров. Давайте заодно скроем. Скроем, получается. Я целый месяц копил, потому что думал, какой герой будет у нас. У нас сейчас не хватает варвара. Будем варвара брать. Варвара берем. Угу. Все, огонь. Там еще кого нибудь подразделением. Бойца, либо друида. А, да, ну и то, и то, как бы интересно. Давайте друиду дадим преимущество. Давайте друида возьмем. Вдруг нуркачнем еще. М -м -м Ой, сейчас у меня этих хэмок вообще капец завались. Двоих раздел. Снова друид, друиды. берем друида. Далее, вот тут, тут тоже много, тут поменьше. Давайте возьмем стрелка. Так, у нас тут тоже дофигища. А, возьмем этих хэмок можно будет качнуть Виктора по эмкам. Ой, варвара еще как раз. Клево. Так, все, варвара, берем еще одного. Ну вот, вот такой контент получился у нас. <свистые> ну да, <свистые> <свистые> <-по> топовый контент. <свистые> В итоге HR у нас есть. Мы оставили Джуна. Куча места, вообще миллион места. У меня тут вот заряжено где заряжена. Сейчас будем качать, разгружать вот этот, кстати, вот этот уровень топовый для хранения мяса. Сейчас я его буду отсюда мясо брать. Потом вот этих всех качну. Этот лагерь 13 освобожу, наверное. Докачаю до 20 и запущу, наверное, все 20 лагеря еще на десятку. так, потому что так, стоп. Потому что даже, ну, Норны клево за десятку. Либо Л.Р. мне кажется, на следующих призывах будут уже не хуже герои. Потому что на первом был такой шлак вообще откровенный. Там кроме Скади не, некого было брать. Скади тоже надо, было 20. А так вот Л.Р. Норны можно было смело за, за десятку брать. Ну все, всем спасибо. Я взял Чера. Я очень доволен. Я буду ломать его. Можно будет даже в оборону заиграть. Буду, у меня есть эфиры, давайте глянем. Эфиры у меня остались. У меня есть на эфир на желтого. Либо кару буду ломать, либо уре буду ломать, подумаю. Потом Элрадир сломаю. И сломаю пинги. Пинги сломаю. Вот этих троих еще сломаю. И будут они у меня вообще максимально уровень поднимется. Буду прям тащить. Все, всем спасибо. До встречи.